Почта – центр жизни целого села. Жители поселка Сыростан идут покупать продукты, питание и хозяйственные товары не в магазин, а в почтовое отделение. Наша съемочная группа в преддверии Дня почты побывала в самом востребованном отделении. Все подробности у нашего корреспондента. Почтовое отделение в поселке Сыростан имеет интересную особенность. Теперь на почте можно не только оплачивать коммунальные услуги, но и покупать различные товары. Канцелярию, хозтовары и даже продукты питания. Ассортимент небольшой, но жители охотно покупают необходимое именно на почте. Поделилась с нами Елена Катаева, начальник почтового отделения. Сыростанское почтовое отделение работает начальник почты и два почтальона. Народу в день, ну, 50-70 человек, наверное, так проходимость. Действительно, только за время пребывания нашей съемочной группы на почту за товарами пришло больше 10 человек. Мы спросили покупателей, чем именно им нравится такой необычный магазин. Дом недалеко находится. Почему здесь купила макароны? Потому что они здесь дешевле. Я беру там, где мне нравится. Что нравится, то и беру. Очень удобно, что в нашей деревне нет вообще магазина канцелярских товаров. Вообще ничего нет. Мы пользуемся вот почтой, берем карандаши детям, фломастер. Вот мы пришли своим внукам сюда. Удобно нам здесь очень. Ну, эта почта нам очень нужна. Угу. Товары очень хорошие, дешевые и своевременные. Сельчане знают друг друга очень давно, поэтому и помогают соседям охотно. Валентина Николаевна из дома выходит редко. Свежие газеты и продукты питания ей приносит почтальон. Уже около 15 лет таким образом почтальоны помогают пенсионерам и инвалидам. Было нетрудно, работала много, долго, а теперь нога заболела. Работают нормально девчонки. Работы много там. Я сама когда-то там работала, знаю всю работу эту. Народная тропа к почтовому отделению никогда не зарастает, и покупатели, и продавцы очень довольны таким экономическим сотрудничеством.